Дюну можно. Только я сейчас ее заспомню. Ну чё, кто там? Белов, ты сдал? Да. Давай, выходи. Бодров сдал? Бодров. Ты самый первый сдал тут. А, да? Садись. Да. Я на свет в ЛВ ехал. Ездил. Все, поехали, закрытое, фулово. Что это за фума, Белов? Глупые человеки. Человек. Ты в курсе, сейчас пол ФБР будет Белову. Кто в Белову? Лох. Согласно, узнали? Табу. Да не знаю, Фомой очень сложно владеть. Тогда столько нужно влить бабок. Они все справятся. Я не знаю, как Миша вообще держится еще до сих пор на плаву. На натуре. То же самое, я тоже. Ну, у нас новых людей нет вообще. Все старенькие. Так ФБР, надо брать стареньких. Я ФБР только стареньких беру. Энтони, иди к нам. Я сейчас Эдварда Кадоса еще должен привести к нам. Кто это? Бывший лидер ФБР. Блять, у нас в составе сейчас Хитоши Гумиши, лидер ФБР. Ну, такой себе лидер ФБР. Дальше. Я зафракчу. Девятка ФБР. Шестерка ФБР. Шестерка ФБР. Короче, все были уже в ФБР. Я не был. Да, правильно. Я был на пятерке ФБР, на семерке ФБР, на девятке ФБР. Кому достанется вертолет? Бовля. Ловля. ОП. Пиздец, он не рулится. А ты на Q и A? На E, да. На Е, да. Ну, QA. И где тут чекпоинт? А. Он уже взлетает. А! Там надо выше? Я думаю, тяжелее будет. Я на вот этом чекпоинте постоянно заваливал. Где? А, он выше.